Все борщ. Под моим последним видео поступало множество комментариев по типу «не работает», «патч пофиксили», «это не работает», «неправильно показываешь», хочу сейчас все их прояснить. Итак, переходим в доту. Видим, вот такой сейчас у нас обзор. Чтоб не было недосказанностей, вот патч 7.33D. Вот такой сейчас у нас обзор. Окей, выходим. Переходим в библиотеку Steam. На Dota 2 нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем свойства. Далее установленные файлы и нажимаем обзор. Вот в папке переходим Game, Dota, Bin, Win64. Файл клиент DLL, нажимаем правой кнопкой мыши, нажимаем открыть с помощью HXD Hex Editor. Нажимаем Ctrl-F, выбираем число с плавающей запятой, пишем 1200 и нажимаем найти все. Далее, вот в этом окне, ищем строку, где будет две собаки. Вот раз собака, два собака. Нажимаем на нее два раза левой кнопкой мыши. В данном окне ищем Single Float 32, меняем 1200 на 1600. Нажимаем Enter. И нажимаем иконку «Сохранить». Все, закрываем. Переходим в Dota, проверяем. Все снимается без склеек, чтобы вы потом не сказали монтаж или еще что-то. Опять же, смотрим. 7.33D патч. Создаем лобби. И проверяем. Все изменилось. Вот новый обзор. С таким обзором очень удобно играть. И да, отдельный привет передаю вот этим комментаторам, которые желают мне вакбан, спрашивают, будет ли вакбан. Играю уже более чем 1.5 года, никаких проблем не возникало. Всем борщ!